как достигается герметичность рундуков на лодках «Аллюма». Первое – комингсы, по которым вода уходит на передней палубе сразу за борт, с кокпита в трюм и там помпами наружу. Второе – герметичными замками. Третье – уплотнительной резинкой на крышке. Сейчас выльем туда воды и посмотрим, попадает она внутрь или нет. И открываем. Подходи. Рундуки абсолютно сухие, можете свободно размещать здесь свои любые вещи.